Вот так. И всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня Дима будет первый раз в жизни пробовать чупа-чупс. У нас вот такие вот два чупа-чупса. Синенький — это мой с Кока-Колой, я очень люблю. Вот. А Димин другой, желтенький который. Да? Да. Ты хочешь чупа-чупс? Хочу. Ну давай сейчас скорее будем их чистить. Открывать вернее, да? Вот. Сейчас сначала мой откроем. Они так открываются очень тяжело. Почему-то всегда они, кстати, открываются очень тяжело. Очень. Вот, да, все правильно. А потом просто вот так вот открываешь и. Кстати, да, у Димы чупа-чупс здесь. Что там у нас? Джигалай называется. Здесь у нас арбуз, лимон и лайм. Да, арбуз. Наверное, вот это вот арбуз, лимон желтенький и лайм. Так, и давай откроем сразу мой тоже, чтобы я тебе показала, как же это делается. Хотя, не знаю, наверное, я думаю, сейчас попробуем сначала как бы делать Дима сам. Такие вот. Знаете, я только вот сейчас поняла, зачем нужны настолько вот маленькие чупа-чупсы. Потому что как раз для маленьких детей, которые только начинают, для них это будет нормально. Так, ну что, ты знаешь, как им пользоваться? Ну, знаю, я сама открою. А там не надо открывать. Все, 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 она открыта. Облизывай просто. Просто облизывай. Чувствуешь сладенькое? Смотри, как мама делает. Вот, засовывай и облизывай там. Вот засовываешь и сосешь просто. Просто он может его еще и прожевать. Да? И у мамы как-то раз конфеты лежали, он их нашел. Они тоже были леденцы. И он прям 4 конфеты просто прожевал. Вкусно? Чупа-чупс. Не очень вкусный. У тебя вкусный? Какой у тебя вкус там? А у меня лимон там. Лимон, арбуз у тебя и лайм, да? Мне кажется, у тебя очень вкусный. Вот это, кстати, чупа-чупс Диме достался в подарок вместе с ковриком для массажа ног. Мы покупали его в Альберисе. И там вот был вот этот чупа-чупс. Да? Дима уже очень много всего перепробовал. Уже гамбургер на днях пробовал. Макдональдс ходил, KFC. Вот, ну, почти одинаковые, да? Киндер. Ну, еще под Новый год он пробовал. Именно вот в этом году он уже так вот это все пробует. Диме у нас 3 года и 9 месяцев. Да? До этого мама особо не давала. Да? А в этом году он уже взросленький. А более... вот взрывать эти чупсы. А? Сказать, вот. Что можно? Можно взрывать эти чупсы. Не, жевать не надо, его сосать. Это леденец, его сосут. Соси, он будет постепенно заканчиваться, заканчиваться и все. Как в детстве у нас были петушки, кто помнит, на палочке. На этой, как ее... Подсказывайте. На спичечке, да? Мне, по-моему, 50 копеек стоили. Эти петушки, мишки, зайчики маленькие. А в этом в парке Гагарина, я помню, в больших парках, где вот эти аттракционы. Папа мне, по-моему, покупал огромного такого петушка или медведя. Но я все время его не доедала. В итоге приходила домой, думала, потом его съем, а потом он исчезал просто куда-то. У меня прям с Кока-Колой обалденный. У тебя как? Тебе вкусно, малыш? Вкусно. Вкусно? Тебе нравится? Тебе понравился чупа-чупс? Понравился? Понравился. Есть какой чупа-чупс сегодня. Угу, вкусный. Надеюсь, что там в конце не окажется жвачка. Я помню, как в детстве у меня папа в парк на Гагарина пошли. Катался на
аттракционах. Папа купил чупа-чупс. Я помню, это был мой первый, что ли, чупа-чупс. Я помню, когда сосала его, а там оказалась дальше жвачка. Я не знала, что это. Мягенькое, что-то непонятное. Помню, спрашивал папа, пап, что это? Он такой, я не знаю, что это такое там. Выкинь. И что-то так зубами потрогал, вроде так это сладенькое, но в то же время не очень. Что-то страшно, что это такое. Я помню, выкинула. А потом уже позже узнала, что это, оказывается, жвачка была. Я так удивлена была. Ну, до жвачки, наверное, мне кажется, зиме еще рановато. А там кто чупа-чупс купил? Подарили тебе его, я же говорю, вместе коврики. У него коврики были эти, покупали для ножек, чтобы ходить. Массажные такие. Забыл, как они правильно называются. И вот там был вот этот чупа-чупс в подарок. Вкусно как. Да, и так долго было. Угу. Вкусно, тебе нравится? А если все заканчивается? Как ты вкусно кушаешь его. Он сладкий? Как? Тебе нравится? Нравится. Мне кажется, он у тебя вообще не заканчивается. Да? Не заканчивается он у тебя? Ну, чупа-чупс. Это такая вещь, Дим, когда можно с ней бегать по квартире и одновременно сосать. Пошли? Пошли. Скажи всем пока. Пока-пока. Скажи, ставьте лайки. И пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я попробовала еще. Обязательно напишите. Дима обязательно попробует. Может быть, вы напишите что-то такое более интересное, что у него прям будут эмоции интересные, такие необычные. Да? Ну, я думаю, что ребенок должен сейчас уже начинать все пробовать. У него хотя бы останется в памяти, чем смотришь на детей, они уже там чупа-чупсы в год в два едят, там сосут. А Дима все, что же отстает, да? Скажи, что я отстаю? Ну, у тебя уже меньше стало, ты его хорошо сосешь с палочкой во рту, да? Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания, подписывайтесь, ставьте лайки, лайки-лайки. Лайки, лайки, лайки. Пишите комментарии обязательно. И всем пока-пока.